Всем привет, меня зовут Ким, это специальный обзор для компании NVIDIA. Находимся на стенде компании Samsung на выставке IFA 2018 в Берлине. Выставка гаджетов и электроники. Прямо за нами сейчас ажиотаж на стенде, не сразу все увидишь. Прямо за нами сейчас находится флагманский QLED-телевизор компании Samsung, называется Q9 с диагональю 65 дюймов. Он сочетает в себе все самые современные технологии, сейчас находится в продаже, то есть это какая-то концептуальная модель. Это вот самый флагманский, сбалансированный, как мне кажется, телевизор с такой вот оптимальной, скажем так, диагональю от компании Samsung, которая сейчас есть в продаже. Итак, самые современные технологии – это разрешение 4К, Smart TV, умное телевидение, а также большая диагональ, повторюсь, 65 дюймов и, разумеется, QLED. Прежде всего, качество картинки – это технология QLED, технология на основе квантовых точек. Но и помимо нее есть разные интересные технологии, например, прямая подсветка, Ultra Black Elite и QHDR Elite. Это такой усовершенствованный аналог HDR 10+, от Samsung. Можно очень долго, подробно рассказывать об этих технологиях, но мы специально подсняли для вас отличие вот современного QLED-телевизора Samsung со всеми технологиями от самого обычного какого-то вот телевизора. Правда, не называется какая конкретно модель, но тем не менее, вот разница, конечно, очевидна. Еще интересный факт. Телевизоры с QLED отображают более миллиарда оттенков, а также естественные, точные и живые цвета и передают 100% цветовой объем. Многие переживают по поводу, что QLED какая-то новая технология и так далее. На самом деле технология уже не новая, ей уже несколько лет. Samsung давно продает телевизоры с этой технологией и уверяет, что срок службы QLED-телевизоров очень долгий, потому что QLED-телевизоры не подвержены эффекту выгорания и будут сохранять яркое, реалистичное изображение годами, как говорят в компании Samsung. Телевизоры этой серии спроектированы с учетом требований по дизайну, их можно вплотную повесить к стене, есть разные виды поставок, можно поставить на тумбочку, на стол или просто на пол. Очень важный момент – это модуль One Connect, это тонкий-тонкий кабель, в котором соединены и кабель питания, и оптический кабель, вот он, даже если его не прятать, то его, в принципе, не особо-то и заметно. И еще одна приятная особенность – это пульт One Remote Control. По-моему, один из лучших пультов, современных телевизионных пультов в мире. Там минимум кнопок, но при этом всеми функциями телевизора можно с помощью этого пульта прекрасно управлять. Вот такой вот флагман, QLED флагман от компании Samsung. 65 дюймов – это один из самых популярных вариантов для этого телевизора. Больше информации об этом телевизоре по ссылочке в описании внизу. Это стенд компании Samsung, выставка IFA 2018. Лайки, подписка на канал. NVIDIA. Нам не все равно.